Рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении Карелиной Ксении Павловны, обвиняем в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководство статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приговорил Карелину Ксению Павловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, в редакции федерального закона 12 ноября 2012 года номер 190 ФЗ и назначить наказание в лишении свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.